У грудні віряни відзначають введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії – одне із 12 головних релігійних свят. Введення є одним із найбільш шанованих свят у літургійному році, оскільки оповідає про дитячі і юнацькі роки Пресвятої Богоматері, про її батьків та передчуття народження Спасителя. В церковній житті є така книга під названням «Типікон», в котором рассказывается о праздниках, больших, малых. И также в этой книге есть великие праздники, число их 12. По церковному славянскому языку называются 12-е праздники. Они делятся на две части. Это богородичные праздники и господские праздники. Богородичные праздники, они такие. Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, Благовещення, Успение і навіть Сретіння відносяться до Богородичного празднику. З історичних джерел відомо, що введення почали святкувати ще в перших століттях християнства. У старозавітних іудеїв існував звичай посвячувати своїх первістків Богові, і деякі з тих, що посвячувалися, залишалися на виховання при Єрусалимському храмі до повноліття. Так було і з Пресвятою Богородицею. На стороні цих Святого Евангелия мы не можем видеть праздника введения в храм Божией Матери. Дело в том, что праздник введения Божией Матери, он описывается в церковном предании, в апокрифической книге апостола Иакова, брата Господня. Описывается такой сюжет, где маленькая девушка Мария в возрасте 3 лет по иудейской традиции была отдана своими родителями Иоаким и Анной в храм на воспитание и служение до 14 лет. Они шли по иудейской традиции, где первенца отдавали Богу, а также был завет, соглашение между Иаковом и Анной о том, что они долго не имели возможности заиметь детей. Их это все печалило, и над ними все смеялись. И даже когда Иаков хотел принести жертву Богу, первосвященник ему запретил, сказал такие слова, что у тебя нету последователей в твоем роде. И после этих слов он ушел в пустыню скитаться от несчастья, с грусти, которая одолевала его сердце, и одна в доме осталась его жена, пожилая супруга Анна. И в этот момент им двоим явился ангел Господний, который благословил им ту весть, что у них будет долгожданный ребенок. И имя Марии в переводе с еврейского языка называется «Госпожа». И в возрасте, когда уже родилась девочка, то они вспомнили свое обетование, вспомнили свои, все эти слова, которые они обещали Богу, и они отдали Її на служення. З того часу все життя Марії було постійним служінням Богу. Пресвята Діва стала обраною. Вона була, є та залишається прикладом для всіх людей у служінні Господу. Через Богородицю Господь посилав і посилає всьому людству свої небесні послання. З того моменту, як Божа Матір відправили в Єрусалимський храм, почалося служення Богу. З такого маленького віку, як 3 года. Пробыла она там до 14 лет. И Божья Матерь на страницах пророка Исаию увидела интересную такую строчку, где говорится, что дева в чреве родит сына и наречет имя Иммануил. И она подумала, как же будет интересно, если я буду для этой девицы, для этой девушки рабыней, служанкой. Она не захотела быть именно этой, она захотела быть именно служанкой. И дальше, после 14 лет, ее берет на попечение ее жизни, так как она не вступала в брак, она взяла обет девства Иаков, и он был уже давно пожилым, у него была семья, были дети. И однажды Божья Матерь
среди дня ей благовествует ангел, является ангел Гавриил, который также было страшно для девушки и для других представителей иудейской традиции, ссылаясь на то, что ангел Господень являлся в дни смерти, в дни покарания. И он говорит такие слова: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Он приветствует ее и спрашивает у нее изволение, согласна ли она на том, что быть вместилищем Бога. И она говорит слова, которые показывают ее кротость. «Все раба Господня будут по глаголу твоему». В Україні з давніх часів шанують Пресвяту Богоматір. Протягом століть Цариця Небесна обороняє рід український, молячись перед престолом Божим за нас. Із історичних книг, зв'язаних з історією нашої країни України, ми бачимо такі надписи, де говориться о Запорозькій Січі і традиції прийняття козаків в лоно козачества. Где один из вопросов главных у атамана, человек, который пришедший и желающий быть казаком, задался один вопрос. Веришь ли ты в Божию Матерь? И очень интересный момент в том, что много храмов были построены на честь Божьей Матери. Наш народ издревле очень любил, почитал во многих краях связанные даже события с Пресвятой Владычицей. Многие храмы, монастыри и места, они с благоговением назывались в честь ее, и много паломников и паломниц приходили на те места, чтобы побыть своим присутствием, помолиться, окунуться в то место присутствия Пресвятой Владычицы. Кожен із нас повинен знати, яке значення мала і має Пресвята Діва Марія в історії спасіння людського роду на нашій землі. В день свята введення у храм Пресвятої Діви Марії ми повинні прийти до церкви, щоб у молитві висловити почуття вдячності Матері Сина Божого. Ми віруємо, що Спаситель чує всі наші прохання через Богородицю. В церковних книгах ми бачимо такі строчки – быть достойным любви Божьей Матери. Но что значит быть достойным любви? И, возможно, кто-то может недостойны любви Пресвятой Владычицы. Мы относимся к Божьей Матери как к Матери. А мать, она любит любого представителя своей семьи, любого ребенка, который не идеальный, который с всяким пороком, но она и может и наказать. То есть показать, что ты где-то не прав. И сколько мы в каждой молитве слышим, что Божья Матерь презрела, то есть увидела, услышала немощи и скорби людей, которые уже плачут, уже стоят на коленях, то, что они уже не могут пройти этот путь. Им тяжело, что кто-то над ними как-то издевается. Но Божья Матерь готова каждого человека, каждый человек помочь. И кого-то она слов, кого-то каким-то делом, но кого-то и она наказывала. И некоторые люди после наказания изменяли свою жизнь до такого момента, что и становились и святыми. У календарному циклі українського народу це свято замикає осінній сезон і починає зимовий. Протягом грудня християни святкують вхід у храм Пресвятої Богородиці та непорочне зачаття Діви Марії. Церковно-богослужебний круг рассказывает нам не только о 12 праздников, но и малых праздников, которые были отнесены к памяти Божьей Матери. И даже в дни недели также повествует нам о Божьей Матери. Это относится и среда, и пятница, где люди и читали акафисты, читали каноны. Но ведь почему так в нашем народе почитают Божью Матерь? Почему столько дней, столько праздников относятся именно к ней единственной, а не к другим? И на этот вопрос мы видим из жизни людей ответы, где Божья Матерь презрела на их скорби, где Божья Матерь помогала обездоленным, умоляя своего Сына Спасителя, чтобы где-то не гневился, где-то помогал, и люди с благодарностью
с пережившими ситуациями, повествует те события и записывается в летописи, а из летописи уже перекладывается на церковно-послужебный круг дни памяти, связаны с Божьей Матерью. Усі ці свята є для нас нагодою для того, щоб ми задумалися над нашим життям, поступками та вчинками, щоб у цей піст перед Різдвом ми змогли очистити свої серця та душі, щоб гідно зустріти Сина Божого, який народиться на Різдво. Ми бачимо із Священного Писання такі слова, що чоловік живе майже 70 або 80 років. С каждым годом человеческая жизнь, она сокращается до ничтожных чисел. И мы в своей жизни хотим много чего успеть сделать. Мы всегда рвемся покорять вершины. Мы стремимся завоевать некие звания. Но вместе с тем, самое главное, фундамент мы всегда оставляем на стороне. И праздник введения в храм Божьей Матери учит нас порой такие слова: остановись, дружи, посмотри, что вокруг тебя. Приди к Богу, который тебя всегда ждет, но ждет тебя не насильно. Господь показывает о том, что Он любит любого человека и готов любого человека Он простить, как бы человек бы и не пал. И Божья Матерь учит нас тому смирению, учит нас тому, что помощи любым людям. И недаром этот праздник является таким первым праздником в Рождественском посту. Благодаря Рождественскому посту мы как бы просыпаемся из этой рутины повседневной жизни, идем навстречу к рождающемуся Спасителю. И что мы можем принести, какой плод Спасителю? И этот плод любви, плод покаяния, то наше плотяное сердце, которое мы отнесем с благодарностью ко Спасителю нашему. Православний календар з 4 по 11 грудня. За церковним календарем у суботу 4 грудня відзначаємо введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. 5 грудня – неділя 24 після П'ятидесятниці, після свято введення. Вшановують благовірного Ярополка у Святому Хрещенні Петра князя Володимир Волинського. У понеділок 6 грудня починається седмиця 25-та після П'ятидесятниці. Свята Церква згадує благовірного великого князя Олександра Невського. 7 грудня Церква вшановує пам'ять великомучениці Єкатерини. 8 грудня – віддання свята, введення в храм Пресвятої Богородиці. 9 грудня у четвер вшановують пам'ять преподобного Якова Пустельника. 10 грудня у п'ятницю – знайдення мощей благовірного великого князя Новгородського Всеволода у Святому Хрещенні Гавриїла, Псковського чудотворця. День ікони Божої Матері, іменованої Знамення. У суботу 11 грудня згадують діяння преподобномученика-ісповідника Стефана Нового.